Последний период времени горосполком, районные исполнительные комитеты, в том числе ГУВД, я имею в виду на линию суда, поступает масса жалоб граждан о наведении порядка в городе Минске. Имеется в виду в том числе и дворовые территории. Пора заканчивать эту вакханалию. Люди уже устали. Люди нормальные люди, в том числе вместе с коммунальными службами, наводят порядок в своих дворовых территориях. Все красиво, достойно. Приходят какие-то вандалы, по-другому я никак это не назову, и начинают наносить какие-то надписи, что-то устанавливать непонятно, что шуметь. Как можно отдыхать в этот период времени? Люди возмущаются. А когда начинают нормальные граждане выходить и с ними выяснять отношения, возникают скандалы, возникают драки, это бытовуха. Вот такая ситуация у нас произошла, кстати, и на Червякова. Таких много ситуаций. Это не единственный случай, чтобы вы знали. Поэтому, учитывая всю эту обстановку, главой государства поставлена задача за неделю, в течение недели, навести в городе Минске образцовый порядок. Я хочу предупредить всех граждан. Никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все то, что здесь нанесли. Их будет рядышком находиться сотрудники милиции. Любое вмешивание в действия сотрудников милиции и в том числе, кто наводит порядок, влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Повторяю второй раз, никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончилось.